Ну что? Успели. А, вот. Здравствуйте. Ну что, Брагин? Ну? Прощаемся? Звони. Да, давай. Мы все делаем правильно. Наверное. Ты меня успокаиваешь? Как обычно. И займись рукой, пожалуйста, ладно? Ладно. Может быть, серьезно. Не забрасывай. Подожди. Привет. Подожди, вот я. Извини, я в таком виде. Сейчас оденусь. Ларис! Слушай, как ты думаешь, полосатая футболка для первого дня нормально будет? Или очень провинциально, а? Ой! А эта Шейва? У вас такая грымза! Шейна! А? Да. Шейна! Да. Конечно, Шейна. Но очень не важно. Грымза понаставила мне ночных на первый месяц. Сереж, Никит на днях приезжает. Ты подумал про квартиру? Чего? На днях приезжает Никита. Я хочу, чтобы ты съехал. Ларис. Ну, я же могу у него в комнате на матрасе поспать. Слушай. Ну, я подумал, Никита же обрадуется. А зачем морочить ему голову? Мы уже не семья, и семьей не будем. Я разрешил тебе побыть у нас, просто пока ты устроишься в Москве. Мы разве не так договаривались? Да, конечно. Договаривались, договор. Может, ты еще и юриста сюда приведешь? А, наверное, жалеешь, что с меня расписки не взяла, да? Ты еще заплачь. О, нет, ну ты что, я плакать не буду. Москва же слезам не верит. Да, Ларис, а ты жестокая. Раньше такой не было. В Москве научилась? У тебя научилась. Девочка 14 лет, переломы ног, перелом правой ключицы и, возможно, перелом позвоночника. Так, женщина, вы кто? Женщина, я к вам обращаюсь, вы кто? Достать его, я мать! Так, ждите здесь. Отправляйте в ШОК. Нет, травматолога. Зову. Салам, уберите родственника. Пойдемте, я вам покажу. Нет, это моя дочь, я не уйду. Все как надо, успокойтесь, я прошу, все будет хорошо. Успокойтесь, воды! Этого зачем сюда привезли? Сядьте, сядьте, успокойтесь. А это кто? Это один из отморозков, что в них въехали. Кошмар. Все будет хорошо, все будет хорошо. Вы поймите, мы с дачи ехали. Мой муж, он не быстро ехал, он вообще, он не любит, когда быстро. Вы понимаете, а они в нас влетели, там 200 километров в час было, наверное, я не знаю. Успокойтесь. Ей помогут, у нас очень хорошие врачи, все будет хорошо. Ну что у вас тут, помочь? Сереж, посмотри, здесь переломы. Олег, там еще везут отца этой девочки. Возьми его с Саламом, ладно? Конечно. Я вас тут мужица. Ну что, уже на работе? Да, сегодняшнего дня. Поздравляю. Спасибо. Добро пожаловать на наш фронт. Так. Пастухов, иди работай.
Что у вас? Так, ушиб головы, рваные раны головы, возможно, внутренние кровоизлияния. Что еще? Следы рвоты, сотрясение или ушиб мозга. Томографию делаем? Ну, само собой, хорошо. Еще. Костя? Да тут все что угодно может быть. Давление низкое, 80-150. Живот. Живот болит! Твердый. Вздутый. Возможно, закрытая травма живота. Что с Петькой? Что случилось? Это тот, который второй был? Это тот, который летальный. Так, давайте еще рентген, возможно, перелом ноги. И вызывайте нейрохирурга на консультацию. Угу. Все сделаем. Доктор, доктор, это он был за рулем, это Петька был. Лежим, говорил, лежим! Не гони ему, машин много, скажите им, что это он был за рулем. Ай. Пойдемте в смотровую. Да не пойду я в смотровую, меня мужа сейчас привезут. Ничего страшного, нам нужно обработать с вами рану. Рома! Где Варя? Я не знаю. Подозрение на разрыв селезенки, подушка не сработала. Почему ты молчишь? Дай смотровую. Салам, что ты пишешь? Девушка, успокойтесь, пожалуйста. Скажи мне. Нина, дай что-то. Рома! Тихо! Ну сразу Нина, что врачей тут мало. Ох, ключи сломаны. Дыхание затруднено, интубируем. Подождите. Дыхательное недостаточно нарастает. Тихо, тихо, тихо. Варя, Варя, лежи спокойно. Все в порядке. Ты в больнице. Мы тебе поможем. Тебе нельзя двигаться, Варя. Лежи спокойно. С мамой, мама тебя ждет. Все в порядке с мамой. Папа оперирует, с ним тоже все хорошо. Не волнуйся. Брадикардия 40, давление падает. Аритмия пошла. Варя, держись. Ну что, все? Заканчиваем. Черт, только не первый день. Ох, ушиб внутренних органов. Больно, доктор. Тихо, тихо, тихо. Возможно, большая кровопотеря. Ждем УЗИ. Что с дочерью, доктор? Врачи занимаются. А те, кто врезался в нас, что? Один погиб. Другого оперируют. А, чтобы он сдох, гад. Руку поднимаем. Поднимаем, поднимаем. Выше, 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 выше. В локте сгибаем. Больно. Так, так, опускаем. Опускаем. Как ваша рука, Олег Михайлович? Что? Рука как ваша? Глубоко вдохните сейчас полной грудью. Еще, 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 еще. Больно. И выдыхаем. Пока не отсохло. Ага. Я просто подумал, может быть, это разрабатывает мелкая моторика. Что? Ну, вязанием займитесь, очень помогает. Попробуем еще руку поднимаем. Поднимаем, 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 поднимаем. Вру, в локте сгибаем. Ой. Так, 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 хорошо, опускаем. Сейчас придет медсестра, сделает вам обезболивающее. Мы сейчас подождем УЗИ и посмотрим, что у вас там внутри. Слышь ты, бабушка. Я без тебя знаю, что мне делать. Понял? А я тебе звоню. Думал, проспала. После такой ночи можно было и проспать. Пастухов, ты что делаешь? Так не хочу работать. Попробуй это объяснить Шейной. Простите, Марина Сергеевна. Простите, пожалуйста. Добрый день. Петя, там полиция приехала по поводу ДТП. Спрашивают, кого можно допрашивать? А, пока никого. Еще нужно найти виновного. Да тут все ясно. Гонщики эти, как их, стрит-трейсеры, Марина Сергеевна. Вот стрит-трейсеры. Они виноваты.
Но надо установить, кто за рулем был. Так что сказать-то? Скажите, что пока идут операции, скажите, пусть вечером приезжают. Хотя я лучше сам. Ну, давай сам. Да, я, конечно, не ханжа, но ведь и не я могла выйти. Давайте адреналин. Борис, шансов мало. Так, без паники. Давление растет, пульс 100. Барри, милая, Барри, будь с нами, милая, смотри на меня, работай, дыши. Давай, давай, не закрывай глаза. Рентген, готовьте к операции. Барричка, не закрывай глаза. Барри, не закрывай глаза. Нужен нейрохирург. Борис, может, Брагина позовешь для консультации? Я сама, не нужен Брагин. Два мальчика после ДТП сказали, к вам привезли. Ну, фамилия есть у мальчиков? Дорогая моя, зачем ты здесь сидишь? Горнеев и Поплавский, мальчики, так мальчики! Ну-ка, оставьте этот тон. У меня мальчики, знаете, сколько таких? 19 лет! Еще раз будете со мной так разговаривать, я прошу охрану вас вывести. Фамилия первая. Горнеев и Поплавский. Поплавский есть. Его еще обследуют. Состояние удовлетворительное. Горнеева нет, нас такого не привозили. Как все? Привозили? Ну, женщина, я вам объясняю, к нам такой не поступал пациент. А где он? Миленькая, я вам объясняю. Да они в нас въехали. Моего мужа и мою дочь сейчас оперируют. А вы не знаете, где он? Где мой Петя? Он погиб. Я видела. Тихо, тихо, тихо. Тихо, спокойно, спокойно. Санитары, бегом в приемную кто-нибудь! Лариса Николаевна, быстрее, мы готовы. Гемодинамика нестабильна. Тетя Маша вчера утонула в пруду. И это несмотря на то, что она рыба по гороскопу, бревно в постели и дерьмо по жизни. Слушай, тебе хоть орден за героизм дали или премию выписали? Чего ты под пулю-то полез? Ты бы тоже так же бы полез под пулю. Потому что мы с тобой порядочные люди. А порядочные люди, в характеристике моей покойной бабушки, царствие небесное, это практически святые. Ну чего там, давай, не томи, ну. Что-что, чувствительность к пальцам не возвращается. Функции руки полностью не восстановлены. Надо делать вторую операцию. Может быть, произойдет чудо. А если не получится, хуже не будет? Будет. Будет хуже. Но выхода у тебя нет. Ты уже сейчас в операционной можешь быть только в качестве ассистента. Да и вообще, собственно, неизвестно, можешь ли ты быть в операционной. Ну что? Что решаем? Сейчас. Ирочка, миленькая моя, вечерком давай, я тебе позвоню, я занят очень сильно. Я тебя целую. Целую, давай. Вы, врачи, гады, а? Ну, как я, больной человек, пациент, могу что-то решать? Брагин, не поясничай. Ты самому себе не надоел, нет? Очень часто задают этот вопрос. Тебе сколько лет? 39. Послушай, Олег, тебе почти 40 лет, а? Ты живешь, тебе ни семьи, ни детей, ни дома. Дурак дураком. Слушай, Юрий, друг мой, скажи мне, пожалуйста, вот у тебя есть дети, жена, теща, собака и даже хомяки.
шиншилла. Важно. Ну, ты живешь со всем этим добром. В двушке, в Бутово, без всякой надежды на улучшение жилплощади, без справа налево, без тихого уютного вечера у телевизора, без маленьких мужских шалостей. Скажи мне, брат мой Юрий, счастлив ли ты? Примитив ты, брат. Все у тебя черно-белое, счастлив, несчастлив. Потому что нельзя быть здоровым, счастливым наполовину. То же самое относится к моей драгоценной руке. Ну, в общем, так. Давай, говори. Делаем мы операцию или не делаем? Решай прямо сейчас. Ну? Резать! К чертовой матери! Не дожидаясь перитонита. Делать. Делать. Здравствуйте. Здрасте. Как он? Знаете, вашему сыну очень повезло. Да-да, я знаю. Девушка, которая также находилась в машине, находится в критическом состоянии. Но ведь Егор не виноват. Не он был за рулем. Это машина Пети. А он просто ехал сзади. Вы понимаете? Конечно, это? Конечно, понимаете? Конечно. Я просто сказала, что вашему сыну повезло. Егорушка. Егорушка, я позвонила Лидке. Она привезет витамины. Все будет хорошо. Это я был за рулем. Петька выпил пиво. Я во всем виноват, мам. Тише, тише, тише. Сказали, что Петя. Я им соврал, мам. Петька же все равно уже. Он умер. Умер. Егорушка, Егорушка, мальчик мой, ты знаешь, тебе сейчас нельзя волноваться. Нет, все будет хорошо. Я никому не скажу. Я никому не скажу. Никто не узнает. Егорушка, все будет хорошо. Папа уже позвонил в ЦКБ. Мы вечером переедем туда или в другую больницу. Все будет хорошо, знаешь, Егор. Я хотел ее до 200 выжать. Интересно было, получится или нет. Выжил. 205 было. Ты... Она в хлам? Ты не знаешь? Клёвая была тачка. Пусть держите. Так, пережимаем здесь. Ай, да бесполезно, ребят. Ну вы посмотрите, какие разрывы. И 14 лет. Я говорю то, что считаю нужным. Возраст больной тут ни при чем. Коллеги, смотрите в рану. О, Лар, вон осколок, видишь, кость раздроблена. Угу, удаляем осколок. Так. Есть. Кости шейте. Давление падает. Продолжайте, кости шейте. Остановка, все стола. Разрез. Да бесполезно, Лариса Николаевна. Мозг умер еще 15 минут назад. Еще разряд. Разряд. Ничего. Продолжайте еще разряд. Разряд. Лар, фиксируй смерть. Куда деваться? Зашивайте кость. Такие дела, братья. Так что я тут разберусь с этим еще хозяйством. Все, надо уходить. Ну что ты молчишь? Ну а что ты скажешь? Вы же все решили. Ты что,
считаешь, что я не прав? Нет. Кому нужна эта ваша на пенсию? Она вам не нужна ни вам, ни клинике. Что вы будете делать? С детками в парке сидеть? В шахматы играть? А что мне здесь делать? Дожидаться потери дееспособности. Таких примеров было масса у нас в государстве. Хотя ты молодой, ничего не знаешь. Операции не могу делать. Руки, да? Сердце, нет? Что еще? Полный набор. Ну, полный. Только маразма еще не хватает. Но и он скоро появится. Михайлович, у нас летальные в хирургии бригады Кулико. Ну зачем вы курите? Ну вы же обещали, ну в конце концов. Марина, ну я прошу тебя, ради бога, у нас здесь серьезное дело. Извините. Вот видишь, наорал на человека. Ладно, по делу. Давай по делу. Я хочу, чтобы ты занял это кресло. О, Господи. Так, тихо, не перебивай. Я знаю, ты скажешь, что ты не руководитель. Олег, ты человек. Совестливый. С замечательным опытом. Так может случиться, что из-за своей травмы ты не сможешь оперировать. Поэтому придется заняться теорией и занять это кресло. С министерством я договорюсь. Мне очень важно твое принципиальное согласие. Даешь? Привет, привет. Что же случится? Какую артистку? Алина, даже не думай. Даже не... Как, почему, почему, почему? Непонятная такая. Ты жить будешь, а? В общежитии, что ли? Нет, ну... Я же говорю, не один я живу. С соседом живу. Непонятливый такая. На какую? Что снимать? У меня денег нет. Какой снимать? Ах, Алина, я же говорю, совсем нет денег. Здрасте. Здравствуйте. Куликов Сергей Анатольевич, новый травматолог. Гафуров Салам, хирург. Я недавно хирург. А у нас тоже есть Лариса Николаевна Куликова. Да, я знаю. Вы родственники? Родственники. Хотя, вроде, уже как и нет. А я с сестрой переписываюсь. Хочет в Москву на артистку поступать. Я ей запрещаю. Даже пришлось наврать, что я не один в общежитии живу, с соседом. А он вчера съехал. Значит, один? Да. Слушай, а может, возьмешь меня к себе? Я все равно в общежитие хотел переезжать. В Москве же дорого квартиру снимать. Конечно, возьму. Конечно, я понимаю, Москва. А когда переезжаете? Давай сегодня, чуть минуту. Привет. Здрасте. Что случилось? Вставай на карачки и ищи. А я в ординаторской часто в такой позе стою. В смысле, я уже гвоздик искал. А что ищем? Камень. Такой маленький, гладкий и коричневый. Ага, камень. Вы Куликов? Травматолог? Сергей Анатольевич. Очень приятно. Полина, старшая медсестра. Так и будем стоять? А что? Важный камень? Очень. Достался от бабушки на память. А бабушка кто была? Геолог? Слушайте, не хотите помогать, не ползайте. Да нет, чего же. Давайте поползаем. Веселенький денек. Ой. Вы чего? Петь, камень пропал.
Я уже весь этаж проползала. Ищем. Так, Салон, давай, посмотри, там поглубже, хорошо? Смотрю, смотрю. Я по кровати посмотрю. Черт. Салон, ты посмотри, может, подножку туда закатился. Да вроде нету, я уже там смотрю. А может, диван поднимем, а? Ну, давай. Все, я закончил. Костя, посмертно ты будешь оформлять? Нет, Ларис. К сожалению, у нее не было шансов при таких травмах. Тяжело, устал? Да мне что? Я живой. Разговаривать со мной не будешь? Вот вам кофе, Михаил Лусич. Травитесь, если угодно. А у меня, извините, много работы. Подожди, минутку. Что у тебя с рукой? Что у меня с рукой? Ну-ка, покажи. Прекратите, перестань, я пожилой человек. Я не могу менять свои привычки. Да, кофе, да, травлюсь. Сигареты, да, травлюсь. Ну все, ну хватит. Ну. А я прекрасно понимаю, что вы задумали. Что? Вы задумали Брагина на свое место посадить? Вот что. Нет, если вы хотите знать мое мнение, то я категорически не согласна. Во-первых, это амбициозный, беспринципный и безответственный человек, к тому же. Он же не сможет руководить. Это будет клоунада, а не больница. Он же клоун. Цирк будет, цирк. Понимаете? Угу. Вот если его назначат, то всю ответственность я беру на себя. Да? Делайте, что хотите. Нашел, говоришь? Боже, ну что ты делаешь? Я видела, где ты взял этот камень. Считаешь меня дурой? Нет, ну что ты, конечно же нет. Ну, ты же нормальный человек, Полина. Ну, да ну, черт, этот камень. Видите, это было важно для меня, как ты не можешь понять. Не говори мне, что тут умирают люди, а я со своим камнем. Я и так сама все прекрасно знаю. Но ведь нужно во что-то верить. Пока камень не найдешь, не подходи. Так они разведены или нет? Я сама не знаю. Не, ну ты все знаешь. В общем, по-моему, Сергей Анатольевич живет у Ларисы. А что, приходят вместе, уходят вместе. Хотя до его приезда она считалась разведенной. А сейчас ты чего? Таня, какое тебе дело? Девушки. Нина. Да. А где здесь лаборатория? А мне как раз туда. Меня Таня зовут. Ага. Я вас провожу. Ну, проводите. Я здесь давно работаю и все знаю, поэтому если вам нужна какая-то помощь, вы... Курдюму. Записаться хотели? Да. Минуту. Мужчина, 51 год, отравление, рвота, острые боли. Коллеги, кто свободен, срочно в приемную, давайте. Сейчас. А Сережа твой, он нормальный? Да, Сережа хороший, он большой профессионал. Сегодня мы ничего не могли сделать. Сам понимаешь, эти гаденыши ни одного шанса девочке не оставили. Удар пришелся прямо на то место, где она сидела. Я все время думаю, а если Никита? А если с ним что-нибудь случится? Ты что такое говоришь? Я знаю, ну мысли не выкинь же. Матери уже сообщили?
Да, там истерика. Вкалывали успокоительное в противошоковом. К Шейману ходил? Ну что? Ну что молчишь, говори, что? Да все нормально. Через 2 недели могу оперировать. Все правда? Конечно. Слушай, ну это здорово. Я предлагаю за это выпить. А давай. А давай. А твой с чемоданчиком не будет против? Не будет. Он уже не имеет права голоса. Да? Да. Будем придерживаться нашей версии. Кто узнает? Да никто не узнает вообще. Нет, Егора мы не будем трогать. Он и так натерпелся. Он бедно весь в трубках. Я прошу тебя, позвони. Я тебя умоляю. Куда? 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 Женщина! Артур! Я не хочу, чтобы ты жил! Я не хочу, чтобы ты жил! Зачем у вас тут? Разрыв пищевода. Разрыв чего? Глоточно-пищеводного дивертикула. А-а-а. Разрешите присутствовать? Пожалуйста. Левосторонняя колотомия. Угу. Ушиваем стеночки? Да. Хорошо. А ты 12 собираешься делать? Угу. Не уйти. Нет. Я же понимаю, что вы меня выпасаете. Спасете. Ну да. Ну, где ты 12 собираешься делать? Ну, чуть пошире надо. Ты что сюда собираешься? Водосточную трубу ставить? Ну, не так широко. Олег Михайлович, вы мне мешаете. Понятно. Продолжаем работать. Чай будешь? Давай. Ну, как тебе первый день? Да никак. Нормально. Все то же самое. Я в первый день думала, что я как на Марсе. Все по-другому. Спасибо. Да ничего у вас тут особенно в Москве нету. Я-то думал... Что? Ну, не знаю, чего-то большего ожидал. Я место в общежитии нашел. Сегодня перееду. Спасибо. Борис. У тебя кто-то есть? Нет. Ну, а почему тогда мы... Да. Нет, я сейчас не могу разговаривать, я на работе. Подожди, не кричи. Прости. Ты здесь? Представляешь, меня салам из операционной выгнал. А, малолетка, а? Дух бледный, салага. Чай будешь? Буду! Вообще-то твоя школа, ты гордиться должен. Да. Гордиться. Небось, совет стал давать? Ну что, дал пару советов? Вы что? Я имею право. Я сколько лет в операционной тружусь. А ой, щенок сопливый. Заклею, затравлю. Чай? Олег, Олег.
Прости. Оля. Доктор, меня все игнорируют. Так, следующий. Слушайте, у вас тут первый день проставляться принято? Угу. Как себя чувствуешь? Ничего. Там полицейские приехали, сможешь с ними поговорить? Похоже, уже. Может быть, завтра? Вы скажите им, что ко мне нельзя. А какая разница-то завтра, сегодня? Все равно же врать. Почему же врать? Сам знаешь. Ты ведь был за рулем. Если я догадался, значит, они могут. Петька был за рулем. Не мое это, конечно, дело, но зря ты это вранье придумал. Послушайте, Петр Викторович, меня прав могут лишить. Хуже того, могут мне условный вкатить. Да и куда я потом судимостью? Ну, а если реальный срок? Нет, вы знаете, мне вот в тюрьму нельзя. Вот никак. По твоей вине человек погиб. Как ты с этим дальше будешь жить? Слушайте, у вас здесь каждый день люди гибнут. Тоже, наверное, ошибки случаются. Как вы с этим живете? Петька был за рулем, а я не виноват. Да и какие у вас могут быть доказательства? Ты когда в себя пришел, первое, о чем начал говорить, это то, что не ты был за рулем. Подсознательная защита. Последнее, о чем ты думал перед тем, как потерять сознание, надо соврать. Петьке уже все равно. Кому эта правда нужна? Тебе нужна, балда. Тебе шанс дали, ты выжил. Подумай, зачем. Сегодня на сутках, да? Да, мы на сутках. Ясно. Там я разрешила женщине остаться у мужа. А, ночью. Ну, которая дочка? Да, прикрой, если что, ладно? Ларис, Ларис, не уходи. Я буду сейчас вот выпечкой проставляться. Разумный, приличный человек, Сергей Анатольевич. Фрукты, тортики, шампанское, никакой водки. Не то, что этот Брагин. Уж, мне кажется, я вовремя. Петя, пойдем, у нас с тобой еще там дело забыл. Как? Мы сейчас вернемся. О, куда это вы уходите? Нам больше останется. А что вы там стоите, друзья мои? Ну, выходите смелее. Громничают. Лариса, может быть, останешься на полчасика? Я на сутках сегодня. Не могу. Что-то, знаешь, голова заболела. Прости. Ладно, до завтра. Всем пока. Лариса Николаевна, не уходите, умоляю. Ребят, ну, поздравьте Сергея Анатольевича за меня, хорошо? Ладно, все, пока. Ну, давайте, давайте, к столу. Полин, ты точно помнишь, как он выглядит? Слушай, Петя, вот пока не найдем никаких тебе тортов, даже не думай. Все в порядке, ребят? Уже уходите, Лариса, да, Николаевна? Ага. До свидания. До свидания, Лариса Николаевна. Ну, пока. Ну-ка, давай. В этом цветке нету, Полин. Ну, поищи в этом. Ты искал ее. Хирургу на операционном столе, говорит доктор.
Снимите маску, я все равно узнал. Пошли? Пошли. А куда? Пить. О, это заявка на участие в финале. Спасибо, что проводил меня. Да не за что. Что, даже чаем не напоишь? Ну, ладно. Я пошел. Тогда иди. Ухожу. Да, 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 уходи. Иди, 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 конечно. Пошел. Откуда пошел? Полотенчик дашь мне? Алло. Эй, не-не-не, я же мыться, мыться, мыться. Я с тобой.